Сегодня готовлю утку в духовке с квашеной капустой, начиненную яблоками и апельсинами. Необыкновенно вкусно получается, приготовьте для рождественского стола. Одну крупную луковицу нарезаю полукольцами и обжариваю. Теперь беру два апельсина и яблоко и нарезаю крупными кусочками. Затем перекладываю в миску и займусь уткой. Утку купила уже потрошенную в испанском магазине, и она у меня вот такая беленькая, красивая, все внутренности упакованы, можно даже сделать фуа-гра. Шучу, конечно. Утку я немного присаливаю и перчу, после чего начиню мою замечательную уточку. Два апельсина и одно яблоко как раз хватило для того, чтобы начинить 2-килограммовую утку. И начинку я распределила с двух сторон, спереди и сзади. Теперь скреплю все зубочистками, чтобы сок остался внутри. Благодаря этому блюдо получится нежным и сочным. Далее перекладываю утку в миску и займусь капустой. Можно добавить немного розмаринчика по желанию. Квашеная капуста у меня 1,5 килограмма. Я добавляю ее в кастрюлю большую. Туда же добавлю 2 столовые ложки сахара коричневого и обжаренный лук. У меня 1 крупная луковица. Все перемешиваю. Добавлю 5 веточек розмарина и сверху положу уточку. Запекать утку нужно 45 минут на килограмм веса. Соответственно, я ставлю на 1,5 часа при температуре 170 градусов. И через 1,5 часа открываю крышку и ставлю на 20 минут при максимальной температуре, чтобы уточка подрумянилась. Максимальная температура у меня – это верхний режим гриль. И вы только посмотрите, какая красота получилась. Капуста абсолютно запеклась, утка тоже. Мясо сочное, нежное. Я рекомендую вам приготовить. И как всегда, желаю приятного аппетита и хорошего настроения.